В нем, ну, благо, что ложка в нем не стоит, короче. А я сам кофе очень редко пью, очень мало. Сейчас расскажу, почему, после того, как мы посмотрим заставочку. Так, вырываемся обратно через портал на территорию жалких людишек. Так, сейв в начале. Молотый только. Я вот тоже изредка молотый. Ну, такой быстро растворимый. Когда собираешься нападать ограми, делай скорость на минимум, когда я был ласт. Ну, это понятно, что так можно, но не спортивно, не спортивно. Вот, так вот, почему я кофе-то почти не пью. В принципе, раньше я к нему нормально относился. Но был я на чем-то день рождения, какой-то компании, с которой я уже давно не общаюсь. Вот, на квартире, отдыхали, сидели. Ух, какой тут бастион-то. И так получилось, что большая часть как бы пошла спать уже. Вот, и осталось четверо нас бодрствовать. Ну, такие уже все, естественно, даты я. Вот, и один из этих ребят, был у нас там такой веселый парень, он предложил, говорит, ребят, давайте кофейку, что ли, выпьем. Говорим, ну ладно, давай. Вроде как утро уже. Вот, он пошел кофе заваривать. Мы сидим, разговариваем, приносит он кофе, каждому по чашке. Вот, выпиваем, как бы, ну и ложимся, ну и через какое-то время ложимся спать, там, не знаю, через полчасика. Ну, в общем, мы как бы, было две сквозные комнаты, ребята, которые рано спать по... спать пошли, они как бы в дальней комнате легли спать, а мы, чтобы их не тревожить, скажем так, сквозной, через которую они как бы должны выходить. Вот, проходит время, просыпается первая партия наших тусеров. Вот, они выходят через эту комнату, где мы спим, сначала так тихо и сапой, чтобы нас там не разбудить, тихо, без разговоров, на цыпочках, а потом, говорит, подходит ближе, говорит, смотрит, а мы все лежим и просто вот невидящим взглядом таким, недвигающимся, смотрим в потолок. Все с открытыми глазами. Они сначала испугались, думали, с нами что-то вообще не то, не дай бог, что умерли или еще что-то. Вот, оказалось, в общем, в чем дело-то было. Вот, этот парень, который пошел кофе заваривать, он такой, совсем навеселе был. Он взял банку кофе, новую просто открыл и разложил ее на 4 чашки. Целую банку кофе на 4 чашки. Вот, и заварил это, и нам принес. Так как мы тоже были на веселе, мы это тоже выпили все как бы без проблем. Вот, и после этого мы где-то двое суток просто спать не могли. Вообще просто глаза не закрывались. Вот, и с тех пор я как бы очень редко пью кофе. И очень мало, потому что, ну как-то вот, не знаю, переборщили тогда в тот раз. Вот так вот, так что кофе надо пить в меру. Нет, к счастью, все молодые тогда были. Ну, в принципе, не скажу, что мы сейчас старые. Ну, не, все нормально как. Тогда были совсем молодые. Итак, мы, значит, разведали, что у нас есть. У нас вот здесь есть рудничок слабо охраняемый. Сюда мы не будем соваться. Можно вот здесь выбить. Так, а это у нас герой, да? Я тоже с тобой согласен. Никто не умер. Ничего интересного.
кучу золота. Да не, как было 7 тысяч, так и осталось. Да, я понял, я его повесил на отдельный бинт. Так, сейчас посмотрим, тут есть кто-нибудь. Блин, все катапульты убили, гады. Да что ж вы меня со всех сторон-то разводите? Ого, безболгластно. Блин, по-моему, знаете, я его не выбью здесь. У меня вот такое подозрение. Отступаем, ребята. Бегите, 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 мои хорошие, бегите. Ой, блин, тут канонирные башни. Ёкаламана, ёк, как все плохо. У тебя мана есть? Да, это, по-моему, рестарт все-таки. Я хотел к этому руднику пробежать. Так, ну ладно. Вы знаете, мне кажется, если я катапульты не потеряю, то все как бы нормально будет. Да что ж вы достаете? Да ёкало мене, ну. Что ж вы творите-то, гады? Так, куда бы рабов спрятать? Давайте рабов сюда. Так. Катапульта. Я как? Не убила? Ой-ой-ой. Ну вот, в этот раз другое дело. Раскатал просто, как нечего делать. Давайте барак ему снесем. Сколько золота? Так, давай ты мне лесопилку. Ты мне сразу казарму давай строим. Сразу в Т2 перейдем. Так, а дирижбомбель меня убили, да? Да-да. Да, я думаю, сейчас оранжевый пойдем сносить. Блин, только мне... Куда же вы стреляете-то? Давай, таскай золото. Проход-то есть, я не помню. А, есть. Ой.
Да и ядрить вас колотить, а? Не, стояли. А где еще один крестьянин мне тут был? Раб должен был быть. Убили, что ли? Вот шуру, да? Давайте героя здесь оставим. Пусть он под двумя башнями, я думаю, нормально поживет. Да нет, почему слишком медленно? Нормально. Ну также можно сказать, я вот тыкаю по зданию, пожар начинается. Они вот тыкают по зданию, и пожар кончается. По-моему, все нормально. Да ё-моё, там катапульта. Баллиста, то есть. Так, пора фермочка построить. Нормально, в принципе, обоих вынесли. Сколько тут еще? 60 тысяч золота. Ну, в принципе, золотом нормально все. А тут еще 62. В принципе, несложная миссия. Я вот не помню, где-то еще что-то было. Вот здесь я помню рудник с двумя башнями. И в центре синий, по-моему, все. Еще постреляемся, да? Блин, одну убили. Я думаю, сейчас пойдем чуть повоим, чтобы лимит освободить. Он до этого не доживет, мистер Икс. Не беспокойся. Беги. Ладно, лимит посливали и хватит.
Нет, тварь, блин, догнал. Все, рестарт. Чё-то я чуть-чуть переусердствовал со сливом лимита. На единичку переусердствовал. Да, старею. Не так хорош, как раньше. Смотри, куда странец еще чинит, а? И что ж ты приготовил? Сардельки или яичницу? Хотя нет, яичница еще сгореть может. Наверное, все-таки сардельки. Так. Покупные котлеты. Слушай, ну так... Главное-то, что это котлеты. Неважно, покупные они или еще какие. Так, шпион стоит. Так, ты два жмякаем. Башенку, еще башенку. Так, этого пацана здесь оставляем. Сок мяса в морозилке больше года лежит. Слушай, ну я бы на твоем месте уже не пользовался бы этим куском мяса, честно говоря. Так, сколько здесь? А, здесь еще 50 тысяч золота. Да, в принципе, все в шоколаде было, блин, просто герой слил. А, он даже второй барак не успел построить. Ну, тогда все. Так, еще фермочку мне давай.
Ё-моё, да вы чё, издеваетесь, что ли? Футман взял, перебил все баллисты. Ну ладно, лимит освободили. А, он 4 уровня, ну тогда еще бы. У нас ничего нет? Вот так вот, да? Спасли. Ну ладно. Так, 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 давай мне фермы. Огр маунт. Поехали, в общем. Развиваемся. Что-то вас тут, ребята, многовато. Ох ты, ё-моё. Так, лицопилка, ВВ, что там еще есть? Алхимик, да, алхимик мне вроде не нужен на грейд, да? Ничего себе, курицу запекал в рукаве. Офигеть. Да что ж ты будешь делать с этими баллистами, а? А, все целы? Отлично. Привет там. Так, Т3 жмякаем. Еще парочку башен. Так, ну в принципе мы в шоколаде. Сколько у нас золота? 50 тысяч. Ой, да мы даже, наверное, захватывать рудники другие не будем. Так, знаете, давайте мне вот на золото побольше. Кафе и не кормят. Увольняйся, иди в Макдональдс. Мой тебе совет. Давайте барак вот этот сюда перестроим, чтобы они на одном экране были. Нет Макдака на селе, ничего себе. То есть кафе есть, а Макдака нет. Интересно, у вас село.
Так, давайте, наверное, алтарь все-таки сделаем. Нам пригодится. Так, фермочек надо еще побольше, конечно же. Золота не хватает. Воу, нет, вот так не надо. И стали, а? Не, так не пойдет. Я так не играю. Слушай, у них уже паладины, да? Значит, мне нельзя героя выставлять. Потому что если он экзорцизм сделает, то мне просто экзорцизм убьет его, и все. Сейчас мы его отвлечем. И все, и подальше засунем. И вынимать больше не будем. Так, что, сделался был у вас? Нет еще? Иди-ка мне башенки отчини, дружище. Да, вы знаете, наверное, все-таки еще катапульты сделаем. Раз такая пляска. Сколько денег? 22 тысячи. Это еще вагон денег. А, кстати, у меня же есть глазик. Да, катапульты, я думаю, не помешают. Тут башен уж больно много. Четыре тысячи! Фу! Паладин восьмого уровня. Вот так, да? Четыре тысячи, так 4000, что там делов-то? Пульт урон какой, а? Во-во-во, чё тут такое бегает? Ё-моё, там ещё залпы какие идут. Ну, будем по коням долбить, фигли. What?
закончились, да, мы? Ну ладно. Сейчас я поставим пару бас. Да, пригодится. Хотя нет, стоп. Надо еще тут немножко башен добавлять. Так, а тут как-то неудобно ставить, конечно, ну ладно. Давай, Соник, счастливо. Да что ж вы творите-то? Так, что-то у меня... Часть огров в двух группах оказалась. Ну ладно, сейчас мы его измором возьмем. Да уж и с ума сошли такой толпой-то меня здесь атаковать. Работа в ночь. Да, кстати, сейчас же, по идее, даже на востоке России ночь. А может, они из России, кстати говоря. Блин, он строил казарму, говнюк. И это отстроил. Вот дает. Да вот запарил-то, а? Of course.
Ох, ты ж хитрить тебя глазить, а? Какой упорный-то, а? Фиг с тобой, буду строить канонирные башни. Сам напросился. В Москве, да, ой, курсор взял. Довольно-таки жарко. Слушай, давайте вот с этого угла атаковать, здесь, я думаю, удобнее будет. Дамажит. Да попробуй тут блудлаз пораскидывай, конечно. Вообще не осталось ничего. Ну, в принципе, у него тоже. Че, и замедление меня кидает, подлец? Нифига себе. Да, ё-моё, шушка. Да. Упорный. Ну ничего, скоро мы его проломим. Да, не денется. Золото у нас навалом. Thank you.
Все, выбили. А, там еще башенки есть. Ой-ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Да, в принципе, нормально. Терпимо. А, там же у рудника еще башня, я помню. Где-то вот здесь. О, я про двор особо сильно никогда и не играл. Гарик там тоже стримить начал. Подлец, переманил. Так, ну что, вроде бы на этом жалкие людишки кончились. Да, точно. Всего лишь два рестарта, чё-то физич. Да, с Гуфу две компании тоже, люди и орки. Кстати, заметьте, Алекстраза, которая, по-моему, это карта в Хардстоуне. А корни свои берет аж вот здесь, во втором Варкрафте. Кстати, так, сейф контрольный. Так, что у меня тут? Так, так, так. Деск Найт обычный, да? Так, значит, комнатное задание. Захватить как можно больше драконов и захватить их гнездо. А где гнездо? Куда вот там побежали? Да куда ж ты? Блин, эти узкие проходы, этот пасфайдинг, господи, меня раздражает. Так. Что у нас ферма? Ну давай. Давай сразу весобилку поставим, наверное. Казарм, да не, казарм нет смысла ставить.
Привет, Корфейнон. Да нет, не судьба. Потому что так неинтересно. Поэтому не судьба. О, не-не-не, не полезем. Так, они там все первый уровень, да? Давай-ка еще фермочку мне. Первый уровень я имел в виду кнайты. На компьютер первого уровня. Это хорошо. Значит, что он не отожженный хлам. Так, давайте все-таки, может, тут какая башня, я не пойму, орудийная или стрелковая? Не очень понятно. Давайте сходим повоюем все-таки. Блин, там башня еще. Ладно, понятно, там, в общем, целая база. Пока туда лезть не будем. Так, золото у нас 34 тысячи всего, да, не так, чтобы уж и густо. Так, копим 1000 лес на переход. И золотишко тоже. Так, Т2 делаем, потом, наверное, сразу и Т3 надо тоже делать. Там кузнецу стоит 450, да? Да, мазанчик классненький. Не, крестьян надо чуть-чуть рабов, точнее, доделать. Я так очень долго буду на Т3 копить. Ох, ю-ху, вот это вот прикол. Блин, золота нет на... Дотаскай, дотаскай, дотаскай. Ё-моё, это... Вот это подстава вообще, а. Это ГГ, похоже. Все, даже она даже доделать не успеет. Да, что-то я вот думал как раз уже башенки ставить. Надо чуть-чуть раньше было. Так.
А ты что здесь делаешь, полудурок? Вообще там всего две башни стрелковых. Давайте, может мы пробьем это дело? Ну давай, боди. Делов-то всех. Так, сейчас тогда будем немножко по другой схеме развиваться. Да. Да, раз штука полезная. Сейчас мы, короче, застроим несколько проходов башнями. Там башня-то стоит 200 и 130-150 леса, да, одна башня стоит. Да нет. Я думаю, одного строителя мне пока хватит. Не понял, ты откуда взялся? Его дает. Так, ждем, пока не достроится. По идее, грифон нам уже больше не проблема. Ну, в разумных пределах. Так, а тут башенки-то особо не влепишь. Ну, особо удобно не влепишь, конечно. Так, 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 как-нибудь. А, ну хотя здесь вот так можно. Нормально все. Блин, откуда он тут взялся? Башенки наше все. Thank you.
Ну во, а теперь делаем Т2. Я думаю, ты здесь даже оставайся. Так, ну все, два рудника мы себе отстроили. Здесь застроились. Нормалек, жизнь налаживается. Так, что у нас там надо? В. А что на А? Да, а как ты тут взялся? Как ты прошел-то, говнюк? Чертов ниндзя. А, они на пофиг, что ли, прям пробегают, да? Какие крутые, ну ладно. Овечку убил. Паршивец. Так, ну чё, полетаем, посмотрим, что у нас тут вообще творится. Какой-то лабиринт. Так, здесь, в общем, синий, там фиолетовый. Все понятно. Тут проход есть. Прохода особо нет, да? А, кстати, Т3 надо сделать. Что-то я расслабился, а потом уже летать. То золото пропадает. Опа, опа, опа. Че, а че меня здесь совсем не атакуют? А, атакуют. Так. Да чини, чини, я тебе сказал, что ты тут придурок, а? Отбегает. Больно ему, видите ли. Боль терпеть надо. Так, давайте еще один сделаем. И бараков еще парочку. Что ж, обалдел ли совсем?
Кого понатыкал в башен-то, а? Так, надо, короче, фиолетового нести. Он меня запарил своими грифончиками. А, чтобы его нести, мне, кстати, тролли нужны. Ну ладно. Тролли с катами. Да лучше огров с троллями. Так, на какой никак? Золото нет. Мне что, золото кончилось? Ох ты, ё-моё, что-то я проморгал этот момент. Че не за ним-то бегают? Понравился, что ли? Так, ну чё, пока терпим, чё сказать. Направо против часовой. Не, я думаю, наверх пойти и сначала фиолетовый вынести. В принципе, после того, как он падёт, и грифоны меня больше не будут трогать, синий-то быстро отвалится. Что, опять золота не хватает? Да что ж такое? Так, я... А, я даже апгрейд еще не сделал, ё-май. Так, я не помню, почему мне золота так мало добывают, в смысле? Мне там поубивали, что ли, крестьян? О, у меня еще гриды вообще не сделаны, ё-моё, как все плохо. 25 тысяч. А, ладно, нормально. Master, work complete, old master.
Что-то грифоны перестали лететь. Деньги, что ли, кончились? У меня все деньги кончились, то я действительно направо пойду. Что-то фиолетово-то атаковать. Где у меня тут башенки? По сути, миссия тоже пройдена. Армии уже нету у синего. Не, ну я не то, что там намеренно, просто пока развивался. Пока я развивался, у него кончилось золото, что ж поделать. Так бывает. Надо было тут кучу ферм понаставить, чтобы сносить долго. В таком неудобном месте. Их тут.
Все. Цель миссии вроде была захватить это дело. Да. Нормально.